Также на активе области был представлен руководитель управления по контролю Кызылординской области. В соответствии с решением единой конкурсной комиссии, распоряжением акима области, на эту должность назначен Калиев Ганижан Пирзатаевич. Мы верим, что накопленный опыт Ганижана Пирзатаевича в этой сложной и ответственной отрасли и дальше послужит во благо нашего региона, отметил аким области.